Второй городской конкурс «Супердедушка, супербабушка» приглашает участников. Заявки от мужчин и женщин старше 50 лет принимают в культурно-досуговом центре «Октябрь». Состязания будут проходить в Ханты-Мансийске с 19 сентября по 1 октября. Организаторы приготовили для зрителей и конкурсантов много сюрпризов. Новые будут у нас конкурсы, очень интересные. Наши дедушки, ну, открою маленький секрет. Так как у нас коллектив молодой, и немножко их окунем, такой молодежный стиль. Но уж сильно перегибать не будем, я думаю, что это понравится. Что еще такого новенького? Не хотелось бы все новенькое говорить. Обязательно будет танцевальный конкурс. Обработка поступивших заявок началась. Всего к испытаниям будет допущено 8 человек. Имена первых претендентов на победу уже известны. Мы вместе пришли. Она предложила. Вы не сомневались? Не сомневались ни минуты? Да, сомневался. Он всю жизнь сомневается, поэтому я уже привыкла к этому сомнению. Значит, раз живем мы 55 лет совместной жизни, как с 5 класса, полюбили друг друга? Так нет, лекарства. Так и я уже привыкла. Он сомневается, но все выполнит. Я буду стихи читать. А я обещал песенку спеть.